На сегодняшний день в городе более 220 точек стихийного сброса мусора. Их выявили в ходе вертолетного облета территории курорта. Размеры стихийных свалок от 1 до 2000 кубических метров. По мнению главы города, ответственность за организацию несанкционированных полигонов твердых бытовых отходов должны нести владельцы или арендаторы земель. Я еще раз говорю, где докладная на мое имя по руководителям? Чего вы собрали здесь ни одного хозяина этой земли нет? Еще раз говорю, у каждой свалки есть хозяин земли. То ли это сельхозпредприятие, детища и совхозы. Где наш парк? А? Или мы будем просто так собираться, лишь бы поболтать? Есть проблема и с переработкой твердых бытовых отходов, к примеру, автомобильных покрышек. Но выход из ситуации найден. Теперь автопокрышки можно будет сдать на переработку. Это предприятие находится в Ардане. Есть договоренность с руководством и собственниками этого предприятия о том, что те покрышки, которые будут вывозиться в рамках субботников или воскресников, они принимают бесплатно на переработку. Те, которые вывозятся уже шиномонтажными организациями, вот, они их принимают по стоимости 3 рубля за килограмм. Крупногабаритный строительный мусор будут принимать на переработку в Адлере по адресу переулок Энергетиков 12. Но от тех собственников территории, кто до конца апреля не ликвидирует стихийные свалки, привлекут к ответственности. Контролировать ликвидацию стихийных свалок будут главы районов. Глена Всецина, телекомпания ФКТ.